шел по жизни один да один. Наверное, в силу известных причин. Но вот случилось, чего и не ждал. Он любовь повстречал. Но так бывает из-за пустяка. Внезапно стала она далека. И он решился на этот процесс написать СМС. Ты не обижайся, я скучаю, дорогая моя. Ты точно знаешь, в этом мире я живу для тебя. То, что вместе мы с тобою, это счастье выше небес. Он все это вновь перечитал, а после стер СМС. Для всех друзей он как будто исчез и опять написал СМС. Ты не обижайся, я скучаю, дорогая моя. Ты же точно знаешь, в этом мире я живу для тебя. То, что вместе мы с тобою, это счастье выше небес. Читал, а после стер СМС. Не обижайте любимых своих, таких ранимых, таких дорогих. Откройте сердце для ваших принцесс. Пусть летит СМС. Ты не обижайся, я скучаю, дорогая моя. Точно знаешь, в этом мире я живу для тебя. То, что вместе мы с тобою, это счастье выше небес. Он все это вновь перечитал, а после стер СМС. Ты не обижайся, я скучаю, дорогая моя. Точно знаешь, в этом мире я живу для тебя. То, что вместе мы с тобою, это счастье выше небес. Он все это вновь перечитал, а после стер СМС. Он все это вновь перечитал, а после стер СМС. После стёр СМС. Ты не обижайся, я скучаю, дорогая моя. Ты же точно знаешь, в этом мире я живу для тебя. То, что вместе мы с тобою, это счастье выше небес. Он все это вновь перечитал, а после стер СМС.